Майор Красноярцев Александр Васильевич, начальник воздушно-аналитической подготовки войсковой 2-го смежно-национального полка. 5 числа в составе экипажа с майором Криволапом выполнял полет по нанесению удара в районе населенного пункта Чернигов. При выполнении задания был сбит. Штурман погиб, меня взяли в плен. После оказали всю необходимую медицинскую помощь первую. Провезли по городу Чернигов, показали объекты, по которым наносятся удары по мирным объектам. Я обращаюсь к своим коллегам, которые находятся на аэродроме Сеща Брянской области, подполковнику Губину Борису, майору Рулеву Дмитрию, майору Нечаеву, капитану Губайдулину, капитану Савенко, капитану Клишнину, майору Габитову, майору Хитрову, капитану Стрижакову, майору Гатарову, капитану Устьянцеву, капитану Фахразиеву, старшему лейтенанту Лукиной, капитану Корецкому, старшему лейтенанту Курсанину, капитану Павлову, капитану Курленкову, чтобы вы прекратили выполнять удары по мирным объектам на территории Украины. Вчера мне показали новости о том, что Су-34 наносит удары высокоточным оружием, АФАП-100-120, который не является высокоточным. Обращаюсь к вам, чтобы вы прекратили нанесение ударов по территории Украины.